Назарбаев вышел на дебаты со мной, но заочно. У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа, бытая банком во главе с Облязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли это, доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк, и теперь туда поверили, пошли люди, национальные компании, и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда денег, и Национальный банк сидит и наблюдает за этим. Ну как это так можно? Недавно я вызвал на дебаты Назарбаева и весь кабинет министров одновременно. Но Назарбаев, как обычно, избрал безопасный путь для себя. Он вышел на дебаты со мной, ну заочно. В прошлом году, после 8 лет безуспешной попытки расправиться со мной, после позорного похищения моей супруги и 6-летней дочери в 2013 году из Италии, после решения высшего суда Франции 9 декабря 2016 года о том, что все обвинения против меня – это политическое преследование за мою оппозиционную деятельность, Назарбаев дал команду судьям, и меня заочно осудили на 20 лет тюрьмы. Теперь, через 9 лет после захвата у моего банка БТА, в котором никогда не было государственных средств, Назарбаев заявил, якобы у всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа БТА банком во главе с Облязовым. Что касается народа, Нурслан Абичевич, нет ни одного пострадавшего вкладчика или юридического лица, который мог бы заявить, что в период моего руководства БТА банком были проблемы с платежами или возвратом средств вкладчика. Ни одного. Поэтому, Нурслан Абишевич, хватит брать так примитивно. Выходите на открытые дебаты со мной. Берите с собой все правительство, прокуратуру, следователей и проведем прямой эфир перед всем народом. Вы выложите свои доказательства якобы кражи денег государства Облязовым, а я выложу свои доказательства перед всей страной, как Нурслан Назарбаев похитил у государства десятки миллиардов долларов. Заочные дебаты, заочное осуждение на 20 лет, выступление перед запуганными журналистами Хабара выглядит смешно и неубедительно. Ну как, готовы? Или будете выступать только заочно? Покажите народу, что вы настоящий лидер нации, честный, умный, профессиональный и нетрусливый. Я готов к открытым дебатам. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократические выборы Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал в YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в «Демократический выбор Казахстана».